Если это шоу не выстрелит, я с этим жить смогу. Если это не сделаю, то буду жалеть всю свою жизнь. Да. Лучшие из нас пытались найти предел, где иллюзия превращается в настоящую магию. А что вы придумали-то? Выйду за меня, скажу. Сегодня здесь состоится новое шоу «Братьев Романовы». Мы так же, как и вы, хотим, чтобы все пошло отлично. Так а деньги вы вкладываете не свои, а моего клиента. Ну так намного лучше. Время! Главное, чтобы не оказалась ошибкой идеи разоблачать чужие трюки. Впечатляет. Мы попытаемся повторить сеть самых смертельных иллюзий. Вы так любите разоблачать чужие секреты. Пришло время раскрыть ваши. Это больше не ваше шоу. Кать, стой! Это шоу теперь мое. Я немного усовершенствовал ваши номера. Это тот, кто знает кухню изнутри. Ну, кто не поверит в этот гребаный заговор. Я останавливаю шоу. Шоу должно продолжаться, или Катя умрет. У вас все в порядке? Все отлично. Как шоу, нравится? Да. Тогда, если можно, сейчас не отвлекайте, у нас выход на сцену. Понимаете, что это кто-то из нас? Хочешь, чтобы я сдох, братец? Она моя семья. А последним станет номер, который еще никто никогда не делал. Отстегивайте.